хотите что-то сказать вот этим, которые сейчас мобилизируются в России? Обратиться к ним? Да. Мужчины, не стоит этого делать, вы совершенно не понимаете то, что тут происходит. Лучше будете дома со своей семьей, с детьми, с мамами, с родными. Не стоит сюда ехать. Вы даже не представляете, что тут происходит. Нацисты есть? Я их не видел. То есть это все бред, то, что говорит русская пропаганда по телевизору, правильно? Ну, я их не видел, значит, их не... Но русскоязычных никто не притесняет, правильно? Нет. Украинцы... Свободно все разговаривают. Если говоришь «дякую», то говори «дякую». Если не умеешь говорить «дякую», говори «спасибо». Все. Украинцы — это просто свободный народ, который хочет свою страну независимо. Сейчас ты это уже пришло. Ну, все ты понимаешь уже это. Конечно, не так, там как-то в плане, как сказать. Осознание. Ну, осознание есть. Как что тут? Там на каком-то не на политическом там уровне, там, или какие-то там умные слова. Ну, а сам понимаешь, что конкретно тут происходит. Все.